в американских СМИ появилась фальшивая информация о смерти Арнольда Шварценеггера. Как сообщает интернет-журнал Business Times, хакеры взломали новостной сайт msnbc.com и перенаправляли посетителей на сайт-фальшивку. В новости сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса обнаружила 68-летнего актера и политика мертвым в своем доме после анонимного звонка в службу спасения. Также упоминалось, что смерть Шварценеггера подтвердил один из членов его семьи. Сам Шварценеггер уже после сообщения о своей смерти был замечен в ресторане итальянской кухни вместе с Робертом Эрлом, продюсером фильма «Неудержимый», и, как сообщает Inquisitor, выглядел живым и здоровым. Близкий друг актера, бодибилдер Колум фон Магер, также опроверг эту новость. Шварценеггер стал далеко не первой жертвой подобных новостей. В частности, кроме него хоронили Сильвестра Сталлоне, Уилла Смита, Джеки Чана, Роуэна Аткинсона и многих других. Особенно не повезло звезде сериала «Ходячие мертвецы» Норману Ридусу, его только в 2014 году объявляли скончавшимся 4 раза.